Несмотря на то, что первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин – частый гость в нашем округе, в повестке встреч с жителями вопросов меньше не становится. Самая актуальная тема, конечно же, жилищно-коммунальный комплекс. Мытищинцев волнует развитие городской среды, дальнейшее благоустройство скверов и парков, а также реконструкция детских площадок. Наш парк изменился за 7 лет, я думаю, вы сами это видите. Стал лучше намного. Мы взяли на себя с Виктором Сергеевичем амбициозный проект, абсолютно, это Пироговский лес. Это не проект года, это проект 5-7 лет. Но мы должны сделать лучший парк в Московской области, я считаю, что нам равняться надо на парк, который сделал Абрамович в Сколково. Сделаем там несколько зон для детей, для мам. Вчера открыли первую конюшню. Ну и, конечно, детские площадки, наш совместный проект с главой, 50 площадок в год мы делаем. Еще одна наболевшая тема для горожан – строительство автомобильных развязок. В первую очередь Никита Чаплин отметил, что в ближайшие 2 года будут отремонтированы все городские дороги. Также депутат подчеркнул, что в этом году начнутся работы по строительству участка, который соединит улицу Мира и Ярославское шоссе, а в планах – расширение Осташковского шоссе. Мне кажется, наша встреча прошла очень хорошо, потому что мы говорили прежде всего о главных проблемах, стоящих перед нашим городом не только на 2019 год, а в целом на десятилетие. В завершении встречи состоялось награждение сотрудников Мытищинской администрации. Благодарности первого заместителя председателя Московской областной думы получили начальник правового управления Лариса Моисеева и главный специалист сектора пресс-службы Людмила Шунаева. Анна Раченкова, Денис Корнев. Информационная программа «День».